Это Лёша. Он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Надеяться на удачу? Действовать рисковыми путями? Ждать, что все однажды изменится? Да нет, Лёша просто взял, научился тайм-менеджменту. Устроился на обычную работу, чтобы закрыть базовые потребности. В свободное время занимался курсами востребованной профессии. Перестал надеяться на удачу. Научился откладывать деньги. А своему сыну насобирал денег на велосипед с площадок купли-продажи. Теперь у Лёши все хорошо и стабильно, потому что Лёша умный. У Лёши есть друг, Петя. Петя какого-то хуя смог вырваться из обычной, человеческой, интересной, безопасной жизни. Как ему это удалось? Петя ёбнулся и записался добровольцем. Как Петя записался, а никто не знает, потому что госуслуги постоянно лагают. А к военкоматам безумных людей никто и близко не подходит. Лёша счастлив, теперь у него кроме крутой зарплаты, кроме новой профессии, новых друзей, карьерного роста, еще и разорванная дружба с Петей. Потому что Петя – долбоёб. Петя вернется с войны в лучшем случае инвалидом, а в худшем – в гробу. А Лёша – молодец. Будь как Лёша, не записывайся в добровольцы и не ходи в военкомат.